Да это не прерывает счет, просто перископ так интересно сделали, что когда телефон звонит, телескоп, этот перископ автоматически выключается. Это бредово. Почему нельзя отложить звонок, ну, то есть закрыть его и все? Нет, тут же перископ останавливается. Глупость какая-то. Привет, Донецк. Так вот, продолжаю про женское спортивное питание. Разные бикини бывают по-разному. Значит, ну, ты же не идешь в магазин, например, когда покупать себе мясо. Ты же не находишь там в продуктовом отделе мясо, которое исключительно только для женщин. Такого же нету. Мясо, оно для всех мясо, правильно? То же самое с курицей, и с рыбой, и с углеводной составляющей, то же самое. Круп нету женских, правильно? Единственное, что ты можешь в магазине найти, это какую-нибудь, блядь, фитнес-линию продуктов а-ля, ну, знаешь, какие-нибудь эти утренние завтраки там, типа, попитайся 14 дней по нашей программе, и ты похудеешь, да? И в чем заключается суть этого женского, блядь, питания, женских завтраков? В том, что, блядь, они рекомендуют 3 раза в день есть эти завтраки и больше ни хрена не жрать? Ну, это же бред. Такого не будет. Значит, если говорить про молочные продукты, блядь, там та же самая история. Но молочные продукты и молочные продукты. Вы поймите, девочки, если девочки есть, которые меня здесь слушают, те, кто на упаковках пишут женское питание, женские витамины и да прочая хуйня, ну вас же разводят просто, блядь, в очередной раз, потому что на женщин намного легче воздействовать всякими маркетинговыми, блядь, шагами. Достаточно написать слово «фитнес», достаточно написать слово «ногти», блядь, достаточно написать слово «волосы», блядь. И все, пиздец, вы тут же готовы это покупать. Да нету женских витаминов, это все пиздеж. Просто есть витамины, которые важны непосредственно для роста ногтей и волос. Значит, в маркетинге это будет написано «женские витамины», по факту там будет добавлено 0,000001 МКГ какого-нибудь витамина, блядь, да банально того же кальция даже, да? Не МКГ, а МЕД, да, там кальций, я уж не помню, в чем кальций считается. И, блядь, они по этой самой причине напишут вам женские витамины. Как, ну, давайте дальше, женский протеин. Блядь, какой женский протеин? Чем он отличается от мужского протеина? Я не понимаю, блядь, ничем. Аминокислотным составом не может отличаться, блядь. Компонентным составом не может отличаться. Женскому организму нужны абсолютно те же ингредиенты, которые нужны мужскому. Если только какой-нибудь пренатал лайн, это да, это реально такое возможно. Но поймите, на пренатал никто не пойдет, это, блядь, ну, большинство тех, кто находится в состоянии беременности, вообще заниматься не будет. А если и будет заниматься, то уж чего-чего точно не полезет к тому, чтобы... Я только что объяснял про темы для баб, от которых вырастают ногти и волосы. Я сказал, это не бабская тема, это просто увеличение концентрации на миллиграммы, блядь, каких-то питательных веществ, а именно витаминов и минералов. Все, не тупите, я только что все объяснил. По поводу упаковки ты написал, упаковку посимпатичнее. Смотря что понимать под симпатичной упаковкой. Да, в моем понимании симпатичной упаковки нету. В моем понимании есть упаковка понятная и непонятная. Есть упаковка броская и упаковка, блядь, незаметная. Моя упаковка будет очень заметная. Моя упаковка будет понятная. Но на ней не будет цветочков, блядь, на ней не будет сердечек. На ней не будет нарисовано... разливающиеся во все стороны, блядь, брызги из стакана с мохито. Ну и все такое, блядь. Упаковка удобная, блядь. У нас, к сожалению, я тебя удивлю, но у Рулис, опять же... Так вот, короче. У нас в России не может быть удобно или неудобно. У нас в России может быть 2 вида упаковки. Один вид упаковки банка, второй вид упаковки пакет. Он называется дойпак. Сразу видно, ты нихуя не знаешь. Поэтому слушай дядю Валеру. Есть такой дядя Сережа, но слушать надо дядю Валеру. Потому что дядя Валера даже дядя Сережа дядя. Вот. Ну, в принципе, все, наверное, по этой теме я пока что сказал достаточно. А каша, кстати, сегодня не овсяная. Дяде Валере 30.
но выглядит на 45. Спасибо, Норульс. Тогда все в порядке. Он, Серег, пришел. А хуй его знает. Пшонка, по-моему, Серег, это у меня. Артурик, его еще нигде нету. Мы его еще сейчас, он в стадии изготовления. Пришлешь пробник? Этим не я буду заниматься. Так, насчет того, что я выгляжу на 45. Я когда побреюсь и когда я нормально голову побрею, мой возраст сразу сокращается. Ну, блядь, мне так впадло это делать, если честно, иногда. Поэтому чаще я выгляжу на 45, чем на 30. А что делать? Веду себя не как 30-летний парниша. 30-летний, вообще-то, это уже не парниша, это уже дяденька, если честно. Ну вот. Ну тогда скажи, пожалуйста, а как ведут себя 30-летние парниши? Ну так хотя бы просто, чтобы знать. ВЛГУ, про то, что сказал Водянов, я уже 30 раз отвечал, видно, ты не в теме. Слишком наглый и самоуверенный. Не так. Я уверенный. Вот, в общем-то, и все. Уверенный в себе. Наглый — это не про меня, самоуверенный тем более. Я просто знаю, что могу, а что не могу. Знаю, что надо, а чего не надо. Наверное, этого, в принципе, достаточно для того, чтобы вести себя, как сказать, объективно. Да и все. Спокойно я себя веду, я бы так сказал. Здорово, пупсик. Будущее спортпита охуенное, хочу сказать. Алекс, мы не видели еще твое ебало поутру, если быть откровенным. Я не знаю, кто такой Кулаков. Спасибо большое. У спортпита с будущим все нормально. Потому что в России в ближайшие 2 года, ну, 2 это максимум, устаканится ситуация с брендами, сформулируется основной пул брендов, которые будут займут свои, скажем так, нужные места на рынке, отгрызут свои куски от этого рынка, и в рамках этого рынка этих кусков будут успешно себе работать. Американские бренды уверенно пойдут обратно в Америку и в Европу, но в России будут уверенно сосать хуй. Как-то так. А в плане технологий, чем больше, российский спортпит и увереннее будет стоять на рынке, тем, в принципе, лучше будет у них с деньгами. Да, я немножко бодибилдер, я не злюсь на вопрос. Чуть-чуть. Я качаюсь. Вот. Поэтому я думаю, что и технологии, и качество, и как ингредиентного состава, так и внешнего вида будут как бы видоизменяться в лучшую сторону. Но на это нужно время, это будет постепенно происходить. Вот. Я танцую, да. У меня плечи такие выросли от того, что я танцую. И вот эта вот хуйня торчит, которая в шею упирается. Это тоже какая-то мышца, скорее всего, она у меня от брейкданса появилась. А вот это то, что дергается, это вообще, блядь, непонятно что. Про то, что Фатеев ушел к Мишину, я скажу, что это... Борец. Я борец со злом, да, Лара? Борюсь каждый день, блядь, со злом и с идиотами. Это моя основная задача. Причем с идиотами, конечно, получается бороться успешней. Походу, я чем-то болен, да. Короче, про Фатеева рассказываю свое мнение. Если кто-то не в курсе, то лучшую форму свою Мишин выставлял на... Когда он ебнул Седрика Макмиллана, вы, наверное, тогда еще под стол ходили и не видели этого, но такое действительно было.
на соревнованиях. Нет, он не ёбнул его, он стал вторым после Седрика Макмиллана, но по факту в сравнениях он тогда ёбнул Седрика. Вот. Это была его лучшая форма. Турнир, не помню, как назывался, но это уже турнир был среди профи. Короче, и готовил Мишина тогда Вишневский. Вот. И это была, в принципе, самая, наверное, лучшая форма Мишина. Самый он был тогда максимально большой и максимально сухой. Вот. Поэтому делайте выводы, блядь. Какой смысл идти делать форму с Мишиным, если, блядь, можно позвонить Вишневскому и сказать: Александр, возьмите меня, блядь, я тут наэкспериментировал уже то с одним, блядь, тренером, то с другим тренером, то с третьим. Как бы не очень понимаю логику, блядь. У Вишни опыта больше, чем у Мишина. Причем и Вишни, и Мишин оба имели статус профессионала и выступали на одних и тех же турнирах. Просто Мишин чуть дольше продолжил следом с этой темой. Ну, ребят, не знаю, блядь, что-то народ метается туда-сюда, то этого им тренера, блядь, то того им тренера. Ну, честно, знаете, уже начинает напоминать ситуация танцора. Вот правда. Которому что-то где-то мешает все время. Я не в... У тебя тренер сейчас тоже бодибилдер. Ну, сейчас бодибилдер, завтра шахматист. Не знаю, кто такой Никита Данильченко. Извини, Лара, мне это ни о чем не говорит. Но Никита, наверное, знает, кто я. Да, да, да. Ну, Мишин большой, он же и высокий все-таки такой. Как бы не образец, конечно, эстетики и пропорций, блядь, но здоровый дядька был, да, в свое время. Так вот, короче говоря, не камень в огород Виталика, но я просто честно не очень понимаю смысла. Это как сборная России, блядь, которая, когда нихуя не может выиграть, начинает, блядь, тренера менять. Вот, ну, вы заметили, помните, да, у нас был период, когда, блядь, у нас кто только не был тренером сборной России по футболу. Нахуй мне нужен этот Астарин. Лара, ну, честно, нам насрано, блядь, сколько он приседал. Хоть 300, хоть 400. Главное, чтобы он с ними вставал. Это самое главное. Вот. Так вот, кто у нас только не был тренером? И Фабио Капелло у нас, блядь, в России тренировал. И, блядь, какие-то другие специалисты. И русские, и не русские, блядь. А толку-то? Как хуй сосала сборная России по футболу, так, в принципе, она успешно это продолжает делать. И изменений, блядь, особых я не вижу. Кому только наша сборная не проигрывала, честно говоря, блядь. Только что, по-моему, Лихтенштейну не проигрывала еще. А, ну да, Хидинг еще. Вот. Да, есть эта старина по бочке, хуй перестает стоять. Это печально. Да, вот. Короче говоря, а толку? Толку-то никакого. Тренеры менялись, блядь. А игроки как играли, так и играют. Поэтому мне все-таки кажется, что на уровне, ну честно, давайте честно, на уровне, если ты выиграл чемпионат России, ты уже и без тренера отлично знаешь, как свою форму сделать пиковой. Ну знаешь ты, блядь, это сам. Тренер нужен для взгляда со стороны, чтобы ты не охуел, когда смотришь на себя, чтобы ты не думал, что ты самый классный, даже когда у тебя форма немножечко не того, да? Вот для этого нужен тренер, который скажет: нет, извини, ты не доведен, блядь, режь углеводы. Ты говоришь: да нет, я же охуенный, я же наполненный. А он тебе говорит: да ты весь с водой. Это хуйня. Понимаете, да? Вот для этого нужен тренер. Ты начинаешь, блядь, тогда резать угли, потому что тренер сказал, что ты залитый, блядь, что у тебя, или там, что у тебя еще жир на пояснице, понимаете? Вот для этого он нужен. Но атлет, в принципе, уже имеет достаточно опыта, чтобы сделать это самому. Просто, ну, крайние 2 недели самые важные, когда человек уже просто не очень объективно себя судит. Вот и все. И какой смысл тут, блядь? То один тренер, блядь, тебе это будет говорить, то второй, то третий. Да какая разница? Бери тренера, блядь, да работай с одним тренером. Бери того тренера, который на практике показал на спортсменах, которых он готовил, что пиковую форму спортсменам он делает. Да и все. По-моему, блядь, проще и ближе, чем Вишневский, блядь, особо ты не придумаешь. Что, мало атлетов, которые у Вишневского выходили в пике? Ну, а у кого еще? Я, естественно, мне, в принципе, ну, как бы у Вишневского эти моменты, и мы с ним и корректировали непосредственно.
Валера, режь угли. Боря Васильев, да? Ну просто кто с кем, уже привык работать, вот и все. Валера, режь угли. Я говорю, да не, вроде нормально. Он говорит, режь угли, я сказал. Я говорю, ну, блядь, хули делать, режь так режь. Ну, как-то так. Лайкайте меня больше, пожалуйста. Залайкайте прям меня полностью. С ног до головы. Может, 300 присяду. А может и нет. О, класс. Только сказал 300 присяду, как давай зеленых сердечек мне ставить прям. Нормально, кажется, съел. Кастрюльку. Как всегда. Зелененькие это твои, Серега? Спасибо, дорогой. Глядишь, мы так до 2 миллиона лайков дойдем. Вот видишь, Серега, ты завтрак только готовишь, а я его уже ем. Я не знаю, что лайки дают, мне просто сердечки нравятся. А ты не спрашивай, ты тыкай пальцем в экран, лайкай меня. Можешь мне прямо в нос полайкать пальцем. Тазик макарон, ну зачем? Сейчас яйки пойдут, яйки куриные. Да, не дают мне настроения. О, у кого-то говняные сердечки. У кого говняные, признавайтесь честно. Еще давай, еще говна. Больше говна. Ну что там затихли? Да отъебись ты со старином своим, блядь. Работает эсэстрон пропионат. О, красавчик, молодец. Тыкай, морщины прям, тыкай мне, блядь. Тыкай в морщины. А я так поржал вчера, короче. Мне пацаны предложили... Говорит, Валер, снимись, короче, в этом. Программа какая-то сейчас есть такая. Да, нос у меня нигерский. Я ращу нигерский нос себе гормоном роста. Короче, снимись, говорит, в программе «Гнев дивана». С дивана, да. Не помню, что, да, женат и есть ребенок. Короче, не могу вспомнить, блядь, чей канал, короче. Ну, мне похуй. Сказали, снимись, говорит, прикольно. Я говорю, а в чем прикол? А ты, говорит, тебе будут... выжимку комментариев, говорит, дадут, блин, про тебя. Всего хорошего. Ну, ты, говорит, будешь на эти комментарии отвечать. Я говорю, ну это можно. Только я боюсь, что выжимка будет очень-очень-очень большая. Потому что про меня говна пишут в интернете, блядь, как ни про кого другого из бодибилдеров. Вот. И вчера, короче, смотрю, ну, ссылку нашел этот самый Виталик Ложников, ну, который был классик, а сейчас хочет выйти осенью в супертяжах. Прикольно будет. Ну вот. И такой сидит и читает комменты про себя. А там, блядь, да ты пидорас, да ты гондон, телефон смени. Сука, что за голос такой? Такая жесть вообще. Он так ругался на них. Такой, да ты сам гондон. Ну вот. Ну, всякое такое. Короче, я думаю, что да, я снимусь. Но я думаю, что я не буду ругаться, как Виталик Ложников. Зачем так ругаться? Я аргументированно всем отвечу. Вы знаете. Каждому интеллектуально, аргументированно. Мне скажут, ты пидорас. А я ему... А у вас есть доказательства? И у тебя телефон говно, а я ему не говно, а айфон. Хуя у меня ранний подъем. Скажу по правде, мой подъем немного отличается от подъема хуя. Да. Писька-то раньше начинает вставать, чем я. Но она не может заставить меня встать с кровати все равно. Я не знаю, что там за ситуация с искусственным оплодотворением утюжей, если честно. Я не в курсе. Ты сейчас сказал, я в первый раз об этом услышал. А что, утюжей искусственно оплодотворяют, да? Не надо меня. Я против.
Я не хочу оплодотворяться. Я и так беременный. Джекс, ну откуда же я знаю? Нашел кого спросить. Я как-то по старинке, ты знаешь. Собираю кашку в уголок кастрюльки, чтобы было легче ее оттуда съесть. Прикиньте, целую кастрюльку съел. А у меня Серега с курагой. Да-да-да. Да-да-да. Аргументированно, остроумно. На работе совсем скучно было. Блядь, я как мушкетер просто. Хуяк и появился. Почему железный рейтинг часто меня посматривает? С чего ты взял? Каша? А хуй его знает. По вкусу на воде. Чушь, говоришь, Джекс. Я после ПКТ как раз все рассказывал. Я сдавал все, и спермограмму, и все-все-все. И именно об этом я вам рассказывал. Значит, вы невнимательно смотрите. Я пока полностью все не восстановил, исключая спермограмму, не залезал на курс. Я ждал. Все восстанавливал. Так что ерунду говоришь. Ну вот теперь ты знаешь, что если Валера обозлится, он может трахнуть, и кто-то забеременеет. Поэтому не надо злить Валеру. Вражочек. Здорово, Кач. Здорово. Почему сразу Кач? Что за грубости такие, блядь? Борец. Здорово, борец. Здорово, Кач. Блядь, ну все. Ну перестань. Танцор мне нравится. Танцор диско я. Баночку. Да. Ну как Серега, я все равно так не смогу, так что. Ладно. Обойдемся без баночки тогда. Честно, так у меня же нету суперменского погонялого. Откуда оно у меня? У меня одно погоняло. Валерон. Тестостерон. Так уж повелось. Зато оригинально. Я уже, блядь, представляюсь некоторым людям. Здравствуйте, тестостерон, блядь. Ну давай еще. Мочи. Честер, мочи. Я понял, Кулаев, а почему в натураху? Вообще ничего не понял. С чего взяли? Честно скажите. Да на заборе тоже пишут. Ну, Джекс, ну, блядь. Ну, вы же взрослые люди. Чего вы, блядь, ведетесь на хуйню всякую? Какая, блядь, натураха? Ну что вы замолчали-то? Я еще еду не закончил, говорите. Слабаки. Говняные сердечки тоже хорошо. Федоров вторым после Кулаева.
твой набор. Расскажи про геморрой на свай. У кого акцент, как у молдавана? Честно. Я не замечал, я не знаю, какой у молдаванов акцент. Не будет так не будет, и на том спасибо. Слушай, честно, по поводу шансов Адама на Россию, я хорошо отношусь к Адаму, реально. Он молодец, он человек, который ебашит. Это видно, он, блядь, старается. Такой не халявщик. Есть такие бодибилдеры, они есть бодибилдеры-халявщики, ну, которые особо не любят качаться. А тренировки Адама я смотрел, он такой любитель попахать. Ну вот, но я то, что увидел на взвешивании, оговорюсь сразу же, что... Сейчас, погоди. Вот, оговорюсь сразу же, что все-таки речь идет о взвешивании, поэтому оценивать форму атлета по тому, как он выглядит на взвешивании, не совсем корректно. И плюс фотографии, там углы могут быть такие-сякие, поэтому это может не отображать, ну, как бы, актуальную форму и истинные пропорции и так далее, да. Ну, вот, но... Я не заметил того, что Адам добавил в спине. Вот что я заметил, это то, что у Адама стали еще немного больше ноги, и то, что он добавил еще немного в голени. Это да. Я заметил, что у него увеличилась задняя дельта. Выросла ли она, или еще каким-то образом увеличилась, не знаю. Просто заметил, что задняя дельта стала больше. Ну, в целом, плечи чуток стали больше. Будем считать, что как бы все произошло так, как и должно, поэтому это есть хорошо. То, что у него увеличились немного ноги и голень, это логично, потому что это его сильная мышечная группа, они у него и так росли, это было видно. Но по фотографиям я не увидел, что у него увеличилась спина. Ну, по крайней мере, я не увидел, что добавилась ширина в спине. Вот. Ну, вот это то, что я посмотрел по фотографиям со взвешивания. Как будет на соревнованиях, не знаю. Но я за Адама, ну, не то чтобы сказать болею, я ни за кого, конечно, не болею, но я его поддерживаю, да. Он мне нравится с точки зрения подхода, отношения к, ну, вообще к вопросу, с профессиональной точки зрения. Он мне нравится. Вот, поэтому, ну, я в любом случае буду за него. Посмотрим на сцене, как будет выглядеть. Мне хотелось бы, чтобы он был как можно выше. Он старается, он работает, поэтому, ну, я считаю, что он заслуживает. Как посудит, какая будет форма на сцене, увидим. Федоров в форме, да, согласен. Федоров стал, ну, не то, что стал, Федоров выставил качество, которого не выставлял. Это однозначно. Хороший стал, действительно проработанный, глубокий. Ну, то есть, то, что он просто не мог сделать в силу того, что, видимо, просто, блядь, вопрос подготовки был ему сформулирован несколько неправильно, подводки, да? Но явно вверх, конечно, отстает, это видно. Явно видно, что отстают руки, вот. Но в целом там видно и прогресс, и, ну, то есть, как в качестве видно прогресс, так и в увеличении мышечной массы видно прогресс, так что, ну, он молодец. Мне понравился он, на Питере реально очень понравился. Ну вот, заслуженно он там стал второй. Я думаю, что при хороших раскладах Федоров может быть в призах на России. Может быть, вообще реально может быть. Может быть второй, а может быть третий. Честно скажу, вот мое личное мнение, все там хвалят, вот белоруса, да, белорус, который на Питере стал третьим, потом взял абсолютку на Москве. Он такой, он сякой. Ну, да еще нет. Ну, пока еще нет.
То есть он не лучше того же Федорова, потому что у Федорова руки отстают, и у белоруса руки отстают. И у белоруса далеко не самая узкая талия. И знаете, как любит говорить Петрухин в своем железном факторе, там средний сектор, ну, он не проработан. Я не увидел там глубины в прессе вот этого всего. Ну, то есть я не увидел этого, поэтому я не очень понимаю там такой большой ажиотаж, прям ох, такой. Там, ну, у нас, в принципе, в каждом сезоне кто-то выстреливает, выставляет хорошую форму и, ну, интересные такие кондиции, как бы. Но не так, чтобы прям орать, что перспективней бодибилдеров нету в стране и в ближайших странах тоже. Да нет. Я думаю, что Федоров должен его обходить. Я так считаю. Макеева, к сожалению, я не рассмотрел фотографию. Я посмотрел фотки со взвешивания, но там не очень понятно. Интересно будет посмотреть еще на Макеева. А так мне приблизительно понятно, кто будет тройки. Если я увидел бы фотки Макеева, то уже бы сказал. Да, ребят, все в роддоме. Ну, о чем вы говорите, если у Сереги Тарануха, у классика, с весом 80 килограмм, блядь, вываливается живот, если он его не контролирует? Да у любого вывалится живот. Даже у вас. Встаньте боком к зеркалу и расслабьте пузо. Выдохните. То есть не расслабьте, а выдохните. И посмотрите, будет ли ваше пузо торчать дальше, чем ваши сиськи. Если учесть, что у вас и сисек нету, конечно, пузо будет торчать дальше. Вы, получается, тоже тогда беременные бодибилдеры, только у которых еще нихуя не выросло. А пузо уже есть. Замолчали? Пошли проверять? Можете не проверять, так и будет. Брат Ашота или брат Лисукова? Брат Ашота. Это очевидно. Заебись. Кажется, я поел. Бостина Ллойда. Ничего не скажу. А что, личико? Вот оно. Все, сдулись. У меня палец в чем-то. В шоколадном йогурте. Если худеешь, нехуй жрать всякую хуйню. Можно сладкое, блядь. Можно жирное. Конечно, все можно. Только тогда ты перестанешь худеть, начнешь толстеть. Бля. Да, жизнь удалась в таком случае. Видишь, как бывает, пиздата. Так, заебись, 12 часов, а я уже пожрал. Красавчик просто. Засыпал, я ем. Проснулся, я ем. Так я все время ем. А делать-то нехуй. Надо есть. Хочешь, блядь, расти большой, надо есть.
поеду качаться. Поели, можно и поспать, поспали, можно и поесть. А если и то, и другое сделали, надо покачаться. Сиськи, сиськи, я же говорил уже, сиськи. Блять, спорный вопрос. Оба пиздатые. Ученикам будешь меня показывать? Каким ученикам? Расскажи честно сразу, чтобы я хоть знал. А то меня вечно всем показывают, а я даже не понимаю вообще, кому меня там, блядь, показывают. Девушка спросила сегодня, видите, качок я или кто? Может, я борец? Да, сегодня будет так. Не, ну это не утро, это все-таки день. Седрик или Кармье? Седрик. Будет работать. Я потерял доступ к панели управления. Вот сегодня я заполню там письмо. Все заработает. Хорошо, хорошо. Детям показывай. Только ты тогда в онлайне предупреди, что ты с детьми сейчас, чтобы я так не матерился. А то ты меня покажешь, а я там буду, блядь, да нахуй говорить. Некрасиво. Достойная работа, молодец. Чего? Спасибо. Не, ну я понимаю, что они знают слова покруче, но просто с другой стороны, сам по суде, они увидят большого накачанного дядьку, бородатого, да, такого, всего такого, блядь, брутального, и этот дядька будет через монитор телефона что-нибудь интересное рассказывать, но при этом ругаться матом. И для них это станет довольно-таки стереотипно. Они подумают, что если ты большой, бородатый и крутой, то ты должен ругаться матом. А если ты им не ругаешься, то ты не будешь такой большой, бородатый и крутой, понимаешь? Поэтому нет, я в любом случае считаю, что ты меня должен предупредить, если ты будешь показывать меня детям, и тогда я немножко скорректирую свою речь. Ну, дурной такой пример показывать мне не хочется. Это ладно, я с вами треплюсь, я понимаю, что вы у меня 36 балбесов, которые так же, как я, ругаются и матом, и жрут из кастрюли кашу и пукают еще при этом, да? А там все-таки дети, которым нужно хороший, правильный пример подавать. Это разные вещи. Тогда договорились. А так ты молодец, конечно, да. Если в интернете работаешь с детьми, молодец. Вообще, уважуха прям. Ладно, ребят, чего? Я, наверное, пойду потихонечку, мне надо еще сумку собрать, еду по контейнерам разложить, все это сделать. Вот. А потом вечерком к вам выйду, наверное. По поводу фирмы Фарма я уже говорил, у меня это только Gamma Labs, Olymp и SP. Другое я не юзаю, по остальным фирмам все намного сложнее. Повторяться не буду, вчера все рассказывал, чтобы каждый день одно и то же не повторять. Вот все, пацаны, до вечера, пока.